После Второй войны единственную картину, которую мы нашли в нашем выставочном зале, которая сохранилась, так сказать, с одной пули, как говорится, остальные работы не сохранились. Это единственная одна картина. Коллекция картин, которую чеченские художники собирали не одно десятилетие, была полностью уничтожена прямым попаданием снаряда. Уничтожены мастерские и само здание Союза художников. В Москву привезли то, что удалось спасти в собственных домах или что передали художники-чеченцы из других регионов. Случайно или нет, но виды Грозного начала 80-х и конца 90-х висят друг напротив друга. Всего же картин о войне не очень много, в основном мирная жизнь и исторические мотивы. Но, как говорят художники, то, что происходило в Чечне, не может не отражаться на их работе. Для того, чтобы писать о войне, не обязательно, так сказать, изображать пулеметы, танки и так далее. Чеченская выставка – это первая из цикла выставок кавказских живописцев, которые будут проходить в Москве. У нас на родине, говорят чеченские художники, людям пока не до картин.